Ребят, всем привет! Сегодня будет ролик на Classic Life. Опять. Да. Заебал рекламить свои сервера. Начинаем. IP и группа в описании. Всем приятного просмотра. Может, пойдем город проверим? Камчаст, как-никак начали. Да, давай. Как раз у меня достаточно... Да, идите домой. Идите домой. Объявите кто-нибудь в адверт то, что если они в течение 2 минут не будут дома, то мы будем их арестовывать. У нас плановая проверка проводится. Можете открыть нам помещение ваше, показать? Так, открываем документы. Окей, пойдем. Подожди, я предлагаю одну хату. Ребят, здесь все пусто, расходимся. Спасибо. Пойдем здесь, пойдем с этого угла посмотришь еще. Да, я как раз хотел. Так, о. А вот тут. Так. А вот тут. А вот тут почему не проверили? О, ребята! Ту-ду-ду-дун-ду-дун. Шазамов объявляем в розыск за манипринтеры, пацаны. Понижаем его, значит. Молодой человек, здрасте. А в чем дело? Почему вы? У вас приклад за спиной какой-то. Не понял. Я не понял, слышишь? Открой, дай войду, зима это. Дай войду. В чем дело? Что ребят, заходим. Свидание. Заходим. Откройте дверь. Куда заходим? Дверь откройте. Живой заходим. Прочь, Юра, пожалуйста. Дверь откройте. Дверь открывайте. Понятно. Давайте-ка вы нам по-хорошему откроете двери. И мы просто проверим вашу квартиру. А, ну окей, ребят. Забивайте ордер на обыск. Да. А вот отсюда. Откуда? Кто это, блядь, делает? Тебе тип нормально, пацан. Открывайте дверь. Но вы выбить не можете, что ли, дверь? Дебилы совсем. Он конченый? Отойди! А ну, отходи. Минус один, ребят. Дал в голову. Выбивайте дальше. Ребят, запомните, пожалуйста, этого человека, который сидит в окошке с пистолетом и отстреливается вместе с бандитами от полиции. Немного позже он засветится в моем ролике еще не раз. Заходим. Ну привет, ребят. Здорово, дурабуз. К стене. Все, в стене стою. Открывай ФД. Открывай ФД. Слышишь, коробку отдай? Наручники снимите, а то есть не... Коробку монитор. Куда коробку делим? В смысле, куда коробку делим? Не понял. Открывай быстро, ФД. ФД открывай. Так это не мое. Не твое? Значит, выбивайте сейчас ФД. Покинь территорию. Так, а тут что? Здорово. А тут что у тебя? Так. Так, остальное нужно тоже выбить. Открывайте, ребят, все сразу, быстренько. И выламывайте там каждый себе, распределяйте долю. Привет. А, ну да, твои маники. Тюрьму. На нары нахуй.
Ох, сколько я бабок получаю. Нормально. Да, лицензия у вас в порядке. Угу. Все. Тогда манипринтерами советую не пользоваться, потому что будет что-то вот наподобие вот такой вот облавы. А вот этим всегда, пожалуйста. Но лучше обновить лицензию потом через некоторое время. Я его не сажал в тюрьму чисто из-за того, что ну просто не захотел его сажать. Потому что там и так, ребят, достаточно мы поотправляли в тюрьму, либо на спавн. И его, как очередного, типа, какого-нибудь сообщника, я уже решил не трогать. Вот. Чисто и из-за своих каких-то там побуждений. Не просто из-за того, что я не заметил его и все такое. Если можно так выразиться, то я его ПРП прикрыл. Ну а что было дальше, смотрите сами. Все, ребят, расходимся, все отлично. Все, рейд закончен. Рейд закончен. После этой базы мы немножечко порейдили другие квартиры, там пообыскали ребят, у которых были маники, посадили их в тюрьму, ну и все, в общем, такое, знаете, обычная игра за мента. Вот, и когда уже прошел КД рейдов, мы опять пошли на эту самую базу. Здрасте. Ребят, заходим. Все, пацаны, пацаны, заходим по одному и не толпимся у дверей. Отходим. Не толпись, я не могу пройти. Отойди, я не могу выстрелить, конченый. Попал. Не толпитесь, конченые, вы мне прицел сбиваете. Да что ты там стоишь, по тебе стреляют, как, не знаю. Ой, дебил. Придурок. Не сидите, вас тут перестреляют, дебилы. Опа, попал. Да не сидите в одной точке, конченые ублюдки! Выйдите с комнаты, мать вашу! Дебилы, отсталые, конченые уроды! Как же я ненавижу Гаррис Модера! Запоминаем, что теперь этого типа на табачнике убили во время рейда, и он пришел обратно домой. К этому претензий нету, у нас нету правила НЛР, так что все окей. Зато стоит обратить внимание на то, что он помогал бандитам отбивать рейд полицейских. В этот раз я не стал у него уже никакие лицензии проверять и прочее, поэтому я решил его просто сразу же посадить в тюрьму. Не вести его через эти все катакомбы по типу всяких... не знаю, построек вот этих на ФДшках, потому что, ну, это занимает еще какое-то время, то есть я его буду вести до окончания своего летсплея. Причина ареста будет вполне себе обоснована, он сядет у нас как соучастник при рейде от полицейских, вот, он принимал участие в отбивании этого рейда, так что все нормально, причина обоснована. Здрасте, а что вы здесь делаете? Понял. Вот ты, отдай мою коробку быстро. Вот он забрал мою коробку, товарищи. Вот посмотрите, у меня здесь честное производство, он забрал. Ты живешь с бандитами, которые сопротивляются полиции и еще стреляют по людям. Меня это не колышет. А, ну раз его это не колышет, то нужно заканчивать рейд и уходить дальше, каких-нибудь поциков арестовывать, которые не дома время камчаса. Да. Хуюшки. А, не колышет, значит на нары, лицом к стене. Лицом к стене. Причина сотрудничества. Лицом к стене. Раз. Лицом к стене. Два. Сотрудничество с бандитами. Тебе третий раз сказать, чтобы ты это услышал? Какое сотрудничество, ты мне объяснишь? Нет. Посмотри, у меня здесь отдельная комната. Ты живешь в одном доме вместе с бандитами. Ты, если этого не понимаешь, то это уже не мои проблемы. И что? Вот как? И то. Можно мне пройти посмотреть? Короче, после ареста этот олух начал подавать жалобу слезную о том, что я его просто так посадил, вот. Сначала он прикапывался к тому, что фри-арест был, без причины какой-либо нормальной. Хотя ему несколько раз сказали то, что он был соучастником. И зачем мне по 300 раз рассказывать о том, что он помогал отбивать рейд, если он сам это прекрасно знает, но почему-то об этом не говорит.
Затем он начал перескакивать на тему того, что я не отвожу в ПУ перед тем, как заарестить типа. Ну вы сами себе представьте такую ситуацию. Квартира, которая обставлена пропами на ФДшках, которые имеют свойство закрываться после выбивания. Вот, и там еще сидят несколько полицейских, которые одно ходят туда-сюда, туда-сюда бегают, что-то там чем-то занимаются. И нужно еще параллельно с этим, наверное, вынести маники, может быть, вынести каких-нибудь там ребят, которые остались живых, чтобы их посадить за сотрудничество. Как вы это будете делать так, чтобы заняло меньше всего времени? Никак. Я все прекрасно понимаю, я бы отсидел наказание за то, что я не отвел пацана в ПУ перед арестом, если бы я это делал там где-нибудь на улице. То есть нашел человека, который у нас находится с нелегальным оружием или же не дома во время камчаса, и я его просто на месте беру, сажаю. То есть надо по-любому его вести в ПУ. Но такая ситуация, когда ну просто вот это очень много времени займет, чтобы не занимать время свое драгоценное, я просто его возьму, посажу и все. Он и еще один, как раз таки тот, кто забрал коробку, не стоит лицом к стене по причине того, что я живу с бандитами, то есть да, нормально. Ну да. Вот. А в чем дело? А затем он меня в наручники там прям на месте сковывает и арестит. Все. А в чем дело? Я, кстати, я смотри, я уже спрашивал Марка про это дело. Смотри, он бы тебя вообще бы не смог перетащить, тут очень много пробовал. Это другой случай был вообще, Никита, ты чё? И что, все равно надо типа человека ПУ отвезти. Чувак, ты сидел в комнате, в квартире одной с бандитами, которые с нами перестреливались. Ты все это слышал и видел, и ты сейчас какие-то вопросы имеешь к этому? Вы там уже все зачистили, я прихожу. Он, то есть, это описывает от лица того, что он начал новую жизнь, понимаете? И просто пришел, а там рейд оказывается. Конченый, просто пиздобол. Сука, его на моих глазах просто в челик пристрелил за мента. Я вам сейчас даже тайм-код дам, посмотрите. Вот он там лежит, я даже стоп-кадр сделал. Он делает вид, что он начал новую жизнь. Это называется, ребята, rule abuse, кажется. Если я не ошибаюсь, когда-то он новые правила придумает и начинает им следовать. Хотя у нас НЛРов по мини нету уже сколько месяцев. Вы все зачистили. Да разница какая, ты с ними в одной квартире живешь. Как тебя еще можно расценивать? Не иначе, как какого-нибудь сотрудника с ними. Покажи сотрудника с ними, который пришел, табачнику, который там обычно... Да меня это не волнует, кем ты там работаешь. Если ты даже гражданским причина обычным нет. Сидишь, либо бездомным, вот которого приютили, ты можешь улететь. Причина? Причина сотрудничества с бандитами, вот ты с ними живешь. Что ты вот и все. Докажи, ты это доказал? Чем? Я с ними жил. Может, они не... А какие доказательства тебе нужны, кроме нет того, что ты с ними в одной квартире живешь? Вот объясни. Моя нам нужно тебя вот заковывать в наручники и отводить через эти места. Ты как ты через них будешь не проходить нужно в наручниках? Объясни мне, дорогой мой. Ну, как бы это не мои проблемы, я тебе еще раз говорю. У этого долбоеба все сводилось к тому, то, что это не его проблемы, и он не хочет представлять, как он будет вести челика в наручниках через кучу пропов на ФДшках. Ну, как бы, если это не его проблемы, почему об этом должен заботиться я? Я просто его возьму, на месте отправлю в тюрьму, потому что это будет намного проще, это сэкономит время. Вот не твои проблемы, тогда и нахера ты пишешь жалобу за то, что я тебя не отвел в ПУ, потому что это технически будет невозможно, если ты будешь в наручниках. У тебя голова не работает в этот момент, ты с логикой как, дружишь, нет? После минут 15 этих сраных, сука, разборок, я решил докапываться так же, как он. Если он до малейшего нарушения какого-то, или же даже не нарушения, начал докапываться, то чем хуже, в принципе, я, если я правила своего сервера, ну, вроде бы нормально знаю. Что тебе не кажется это ненормальным, когда после рейда, где куча просто тел валяется, челик просто приходит посмотреть, как у него там табак поживает, блядь. Ну что это за абсурд, да, мать твою? Я гуляю по улице. Да, потом ты решил так вот пройти спокойненько в квартиру, где люди там знакомые твои убитые лежат. Посмотреть, как там табак, а как они там. Ребят, вам нормально? Нормально. Ребят, я за табаком зайду, посмотрю. Ты зашел в квартиру. По твоим описаниям, ты не запросил у полицейских, которые стояли на входе, разрешения, чтобы зайти на место проведения рейда. Во-первых. Во-вторых, где место находится вещественных доказательств в виде этих манипринтеров.
а также тел подозреваемых, а также тех, кто обороняется. Вот. А то, что тебя просто так пустили, это уже не моя проблема, а твоя и полицейских, которые тебя просто так впустили. Смотри. А с чего дальше. Это моя проблема? С я того, что ты нормально не отыграл РП человека, который приходит к себе домой и видит наряд полиции. Вот. Это уже нон-РП. Если ты так решил додалбываться, то окей, то моя очередь теперь идет. Первое нон-РП. Ну, ты не запросил разрешения, нормально так спокойненько зашел в квартиру, где проходит рейд. Дальше. Так меня и не останавливали. А это уже не моя проблема. Не я же там был на входе. Не я. Значит, не моя проблема тоже. Не моя. Не моя тоже. Претензии предъявляй тем, кто не тебя моя. Не останавливал. Нет, это твоя. Ты же заходи. Вот. И так не пытайся отнекиваться. Нет. Дальше. Ну, ты спокойно абсолютно заходишь. А, понимаешь, вот если вот правда так дотошно относиться к правилам, ты нарушил по меньшей мере 2, а то и 3 правила. Первое, нон-РП, ты нормально не отыграл человека, который проходит, пытается, точнее, пройти в свои апартаменты через наряд полиции. Второе, это фер РП, ты не отыграл страх. Честно. Вот, ты не отыграл страх человека. Страх? Вот какой? Страх человека перед кучей просто тел и крови после перестрелок и рейдов. Вот, ты не испугался человека. Слушай, ну ты прекрасно понимаешь, что там проходил рейд, и куча выстрелов и стрельбы, наверное, 100% за собой поведут там смерти каких-либо людей, даже сотрудников полиции и прочее. Ты страх не отыграл. Хорошо. Значит, записываем сейчас. Нон-РП, фер-РП. И, наверное, все-таки пощажу. Не-не-не, нон-РП, ты нормально не отыграл человека, который в непонятках просто пришел к себе домой. Я вхожу, что происходит, иду в квартиру. Меня вообще не трогает никто. Ничего даже не говорит. Это не моя проблема, то, что тебя никто не трогал. Ты можешь сам завязать РП ситуацию с кем-нибудь и отыграть ее. Так что это вообще не мои проблемы. Вот, так что нон-РП у тебя все-таки засчитывается. Фер-РП тоже засчитывается. 2 нарушения. Считай, модератор, пожалуйста. Вот, а тебе в будущем удачной игры и РПшек побольше, чтобы ты умел их отыгрывать. Я не вижу смысла ему что-то еще по 300 раз объяснить, сколько ему я там бан дается. Я просто живу с вами, и что? Сколько ему там бан дается? Деле бан за масс-нарушение. Масс-нарушение? Масс-нарушение. Ну в каком месте масс-нарушение, вы мне скажите? Вот кто-нибудь скажите. То, что я вхожу в квартиру, которые там стоят полицейские, они меня пропускают. Ты заебал уже, если говорят. Честно, правда, Максим, ну, блядь, ты не понимаешь этого, что ли? Пока. Думаю, вы все решили. Давайте остановимся на том, что ты получаешь бан на неделю, а ты, я, по идее, за нон-РП... Ну, как вы можете сейчас увидеть, я буду тоже сейчас в джале за свое же нарушение, так что в этом нет никаких проблем. Отсижу за свое нон-РП. Вроде бы. Я просто не присматривался, какое там нарушение мне вписали, но кажется, я по правилам отсидел, все нормально. Вот. А челика наказали, видимо, неделю уже в бане либо сидит, либо отсидел. Я особо не смотрел там уже, ну, одно дело просто его наказать, вот, и все. Я ему по 300 раз объяснял, что да как, зачем и почему. А он мне одно и то же спрашивал, какое сотрудничество, доказательство сотрудничества. Хотя он до этого с нами стрелялся, и ему еще доказательства нужны, серьезно? Ну, как бы дурачок. Вот, если что, играл на классике, на IP, и группа серверов моих будет в описании. Заходим. И еще лупите лукасы на такого рода видосики про админскую какую-нибудь тематику, про нарушителей, если вам это, конечно, интересно. А еще хочу подписку на YouTube-канал.